Вы освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? Удобно. Удобно? А вот кресло президента, оно какое-то? Не жмет. Не жмет, а наклон спинки? Устраивает. Серьезно? Я на спинку не облокачиваюсь, я больше на стол облокачиваюсь. А на столе вот как-то такая нерабочая атмосфера, или вы просто педант по натуре? Я просто знаю, что стоит только на полдня расслабиться, и стол будет завален бумагами нужными и не очень нужными. Поэтому стараюсь всегда следить за тем, чтобы на столе было чисто. А что сейчас у вас на столе? Можем подойти? Можно, посмотрите. Это материалы завтрашней поездки в Иваново. Потом материалы по поводу награждения завтра женщин к 8 марта. И один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так вот. Как Жиглов, да, говорил? Держи перевернутым. Да. Ну вот ты только что убрал. Можно посмотреть? Да, точно. Можно, можно. Это все дела? Один из вариантов, который разрабатывается и рассматривается в качестве возможного, одного из возможного варианта развития экономики. Слушайте, вот так вот просто, так вот в столе будущее страны. Один из возможных вариантов, я сказал. Вы знаете, я должен признаться, мы хотели вас порадовать анекдотом о Путине. Вчера прорыли все, даже в интернете, уж там все знают. 25 тысяч ссылок на Путина нашли, ни одного анекдота. Это что, значит, вас народ не принял еще? Я думаю, серьезно относится просто. Ну не настолько же серьезно, послушайте, ну у всех есть анекдоты. Ну, значит, я еще не дорос до того, чтобы обо мне анекдоты. А вы знаете, как сочинять анекдоты себе? Нет, не знаю. Так как я могу знать, если их нет? Даже вы их не нашли. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а что вот на столе осталось от Бориса Николаевича? А что? Все. Что ваше? Компьютер. А вы компьютерный человек? К сожалению, нет. И интернет нет? Нет. В интернете. Да? Обучаюсь. Меня дети обучают. А дети были в кабинете? Были один раз. Как впечатление? В общем, насколько я понимаю, их это не очень интересует. Но в кресле сидела дочь? Нет, нет. А почему? Ну, пускай она сначала за компьютером посидит немножко. А